что-то мы еще нашли. Пойдем проверять. Лес загадочный, и грибы нашли. Вот. И это называется вешенки. Пенек-то невзрачный, маленький. А вешенки какие золотистые. Красивые. Я не знаю, на каких деревьях такого цвета. Наверное, на осине бывают. Еще выжили. Вон тот плохой, а эти неплохие. Их можно слопать. А под ними вот какие растут. Их очень много. А вон там еще на маленьком пенечке вешеночки пытаются вырастать. Вот еще какие поганочки. Их тут, видимо, невидимо. Маленькие еще очень есть. А эти симпатичные. Они рядовочки. Вон какой рядок растет. И далее пошли. О, какие-то они разные. Эти темненькие, те светленькие. Это явная поганка. Их кто-то уже смотрел. Не думала я, что сегодня на грибы наткнемся. Хотя петушки я и хотела посмотреть. Но это будет в другом месте. Класс! Это мне очень нравится. Ну, пусть подрастут, пока мы гуляем здесь. А потом мы их все равно заберем. О, какое мощное дерево.